Привитос, амигос, продолжается Bloodborne. Ну как продолжается? Я надеюсь, что он уже заканчивается, потому что скоро уже выходит Dark Souls 3. Надо бы пораньше. Так, я в прошлой серии лоханулся здесь маленько с часами, потому что не заметил, что только вот в этом условном, в этом месте, помеченным крестом из балок, можно преподнести циферблат. Странно, что лужа крови осталась, а обломки стола не убрали. Вообще, я не понимаю, почему по скрипту главный герой сам циферблат не преподносит. Почему я должен для этого какую-то кнопку еще нажимать? Которую, между прочим, было не видно, потому что в онлайне здесь наляпано кровью, везде эти надгробия. Я думал, видимо, принял это за надпись «посмотреть на привидение на очередное». Черт бы побрал. Ладно, давайте посмотрим, что за тайну скрывают часы. Мне сразу стало интересно, где эта тёлка прятала такой циферблат. И куда убрал его главный герой. Это не те маленькие часики из фильма «Криминальное чтиво», которые можно несколько лет хранить в своей заднице. Такие часы не в каждое очко влезут. Здесь что-то в стиле игры The Room сейчас исполнили часики. Болото. Ну, конечно же, пройдя в часы, которые были на вершине башни, мы попадаем в болото. Это так по-питерски. Вот. Многие спрашивают меня, как у вас там в Петербурге. Вот, смотрите, вот так выглядит Невский проспект. Погожим, солнечным, видите, вот солнце вон. Погожим, солнечным питерским днем. Ебать, ну... Аврора, да. Крейсер. Что тебе снится? Крейсер Аврора. Вот видите, одни паруса остались. Лодочка? Ну... О, еще лодочка. Блин, лодочки с трупами. Вот это наебаловка! Вот это, блядь, по-нашему. Узнаю, Bloodborne. Отлично. Чё, блядь, посмотрел на лодочку? На, сука, любуйся, блядь, лодочка. Дебилизм, блядь. Кстати, кто-то говорил, что купили там с неохотника, продают сет Кейнхёрста за озарение. На самом деле у меня там никакого сета Кейнхёрста нет в продаже. Есть тряпки Марии, вот этой бабы, которую я убил перед этим в часовне. Но они, конечно... нужны, если вы играете тёлкой, если вы играете тёлкой, тогда... О, как мило, что они оставили мои брызги крови на бережку. Вау. Бюргенверт. Богохульные убийцы, изверги, одуревшие от крови. Это говорит вот то горбатое нечто? Неправда, не так разговаривают эти люди. Они как там? Горбун отверженный с проклятием на ебле. Такой хуйни еще не было на земле. Питкум, ты что ли? Как сам? Искупление для грешников. Но мы видим, что они... Что он уже скорее инопланетянин, чем... Ноги мне у него нравятся. Икроножные вообще прям. Накачанные прям, блядь, до охуяния. А, я понял, это Дионте Уайлдер, ты что ли? Спичконогий, слышишь? Да он сейчас сам помрет, походу. Давай, ложись в лодку этого, выкидывай из ладьи, она ему уже нахрен. Он на ней уже никуда не уплывет, можешь забирать. Чувак. Да ладно, забей. Там, бля, глубоко. Еще шаг, и ты... Сейчас он сделает просто буль-буль. Нет? Нет, у него маршрут, блядь, как у моего пылесоса, зигзагами просто. Дошел до краешка, развернулся. Да, дитя, подождите. Какой... Да иди ты нахер, какой у меня в настройках звук стоит? Звуковые эффекты, наверное, на троечку поставить, непонятно вот немножко. Каково меня слышно. На всякий случай тут тоже прибавлю. Хотя, блядь, что я тогда от этого выигрываю, непонятно. Так. Ой, ёбаный насать! Что происходит? Рыбацкая деревня. Есть у нас одна в Петербурге станция метро, которая так называется.
А, мне озарение дали. За то, что локу открыл. Ничего себе щедрость. Правильно говорят, если долго висеть вниз головой, то кровь приливает в череп, и от тяжести голова отрывается. Видите? Так оно, видимо, и произошло. Я твердо верю, что... Хотя здесь, видать, не хуёвые приливы, раз везде эти хуёвины наросли. Тут, знаете, как на этом, блин, на летучем голландце. А вон, смотрите, часть команды, часть корабля встает. Сейчас мы его обратно, блядь, спать уложим побыстрее. Пузырек кровище. Вот, интересный декор локации. Они здесь меняются редко, поэтому я с большой радостью воспринимаю видоизменения стен. Текстур. Ух ты, блядь! Сука, рыбоголовые, кстати, хорошо убиваются с двух ударов. А может, с одного можно? Блядь, ты мне чуть жопу не проткнул, слышишь? О. Такое ощущение, что там, знаете, торговец как будто стоит фонариком подсвеченный. Но в этой игре нет торговли, кроме как во сне охотника. Хорошо иметь микрофон с кнопкой выключения. Подключил, прокашлялся, включил. Удобняк. Что-то тут, блядь, подозрительно как-то. Я вот как зашел, сразу подозревать что-то начал. О, умеряющий самоцвет крови 6. По-моему, либо у меня 6 штук таких, либо я новый нашел. Раньше по 5 писали, ну-ка. Умеряющий самоцвет крови 6. Нет, это самый мощный. У меня таких даже еще нету, блядь. Это впервые я нашел. Сейчас Людвиг и моя алебарда должны сражаться за то, в кого я впихну такое самоцветище. Что это они задумали? Что это они задумали, блядь? Вы что задумали? Ах, хуй тебе! Сучка драная, блядь. Корок. Вон туземцы, блядь. Джонни Деппа не взяли и меня не возьмут. Они так булькают, когда дерутся, что как будто... Блин, я не знаю, но бульки прикольные. Блять, опарыши. На такого опарыша, наверное, блять, акула клюет, не то что лещ. Что такое, блять, кто это делает? Ее нельзя было взять в таргет. Ох ты, блядь! Она успела насрать ими. Ее в таргет, главное, нельзя было взять, но нужно было убить. Свинцовый эликсир. Понятно даже, нахуя он нужен. Да ладно, забей ты, ёпта. Еще. Ебать, тиранозавр напал. Да ладно, он ваншотит. Блядь, какая-то залупа с ногами ваншотит. Я понял, блядь, кто это такие-то. Мурлоки грёбаные. Из Херстоуна. Блядь, опять это залп говна. Там, видимо, мурлок-колдун сидит. Блядь, мои души отдали одному из них. Я в шоке. Хорошо, хоть не годили этой, блядь, доморощенной. Я вижу, что вот эти хуёвины взрываются, блядь. Но у меня тогда не было ничего взрывающего. На, мудила. Блядь. Сучка, нюхай, блядь. Ну, я бы его перчаткой палача убил, конечно. Но, блядь, у меня вот так мало этих патронов. Ну, конечно, самое время. Извинямба, типа, ну, я ж петербуржец, я должен. Должен извиняться как можно чаще. Так, и что-то мне не нравится вот это говно. Понятно, это декор. Но он мне не нравится, как бы. И что-то здесь это акулья задница, блядь. Жертва рыбьего инцеста что-то наохраняла здесь. Опять этот прихлоп бил, сука, очнулся.
А с арене вон повставали, блядь. Мурлоки, сука, атакуют. Мурлики с единичкой атаки. Холодная кровь сородичей, бич. Эта локация мне напоминает Left 4 Dead, болотный уровень. Один из самых прикольных, на мой взгляд. Блять, а, чё же вы не сказали, что вы взорвете, я бы тогда не тратил. Мударасы, бля. У этого тряпка на голове, я уверен, он дает ему брони. Он под ребро присунул, а? Опа, блядь, и здесь, смотри. Ебать их тут. Нахуй, дайте вычерпать. Что-то вы его напрягаете прям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нихуя. Ничего ты, блядь, барака такая, ебать. Росомаха, блядь. Росомаха раскрепощенный, блядь, замахал меня, блядь. Да, ебанутая локация, тут надо бочки взрывать, и взрывать их резко, блядь, видимо, пистолетом. Я знаю, о чем сейчас думает большинство тех, кто никогда не играл в Bloodborne. О том, что какого хрена ты не взрываешь бочки из пистолета? Так, ёпты, потому и не взрываю, сука, что он в них, блядь, не стреляет, мудак этот. А целиться вот нельзя, нихуя. И это меня радует просто до охуения, блядь. Что в месте, где, блядь, надо взрывать бочки, мне их взрывать нечего. Ну, типа, нафармил, да, сходил, купил коктейли Молотова. Я знаю, о чем думает, блядь, вторая половина из вас. Да, я думаю, что в прошлый раз меня просто сзади поджали, сейчас их столько не должно быть. Это, блядь, опасный, нахуй, с граблями вот это. Остальные все... Постная хуйня, по сравнению с этим. У кого из вас, ублюдков, мои души? А вот ты должен был бочки взорвать. Чё ж ты, блядь, не кидал-то? Парочка. Так, а где, блядь, моя... Кровь-то моя где? Я умер в этом здании, блядь, в котором ничего нету вообще. А, вон, что-то тут есть все-таки, блядь. Не может быть, чтобы заставляли мобов убивать и не дали мне кусочек холодной крови, давай! Странный огненный кровавый самоцвет. Ну. Блять, у меня из огненного только молот. Не, он как бы весь дамаг в огненный переделывает, но... Я не знаю, насколько актуально здесь огненное оружие. Может, оно на этом уровне тащит. Вот грязные ублюдки не дали мне кровь мою забрать. То ли я не помню, где она была, то ли ее просто нет. Наверное, здесь съедают вместе с говном и с кровью. Что это такое? Он что-то метнул? А, черенки, блядь, метает. Гарпунчик. Обалденный. Собака, рыба. Щука-пес, блядь. А там еще кто-то был, нет? А, он не побежал. Единственный в мире малыш, щука-пёс. Блять, три. Но это пиздец, это точно отсылка уже к каким-то героям, там же эти. Троглодиты, блять, с копьями. Ёпта. В натуре троглодит. Лучник троглодит. Камон, эврибади. Рикошет. Нет эффекта. Не пробил.
Блять, резко он метнул. Как правильно они выстроили атаку. Прям как римляне, блядь. Гопли ты нахуй. Ближнего боя какие-нибудь хуи. Как собака его, ей, блядь, башку не откусила. Этой пиздец с граблями сейчас. На нее ж полетела. Да, пузырьки крови тут прям валятся, блядь. Не переставая. Видимо, о, какой ракурс. Я думаю, что при жизни, судя по выражению лица, он был черным. Ой-ой-ой. Неужели тут ничего не спрятали? Нет, ничего. Интересно. Ну, в этой игре лут, он слишком однообразен, его поэтому не так много. Тут колец нету, блядь, ебаных. Так, надо рашнуть и дать ей пизды. Иначе он заебет просто. Ладно, блядь, откуда он нахуй вылез-то, ёб твою мать? Я промахнулся, отлично. Заебись. Просто феерическое говно, ёбаный в рот, блядь. Ну что ж, эта игра вынуждает меня рашить. Видимо, блядь, лестницу не открыть, никакую секретную, чтобы залезть-то. Нихт, не открыть. Все, ладно, заебал этот уровень, блядь. Я ненавижу нахуй такие моменты, где ты, блядь, будешь играть раз за разом, блядь. Посадили пизду магическую, нахуй, с самонаводками. Ее прикрывает, блядь, огромная акула, нахуй. И троглодит с копьями, блядь. Не дохуя у нее охрана-то, ебаный рот. Как ее пройти-то, блядь? Выпусти криворуки, блядь. Вот если что, здесь собаки, блядь, таких рашельщиков, как я, поджидают. И не только, блядь, они. Бейте копьями по своим, уёбки. Да, пизда, хуй тут зарашишь. Ебанутые локации рашу не поддаются, блядь. Эта попытка стоила мне, блядь, 18 тысяч душ, по-моему, да? Ну, это того стоило. Хотя бы я знаю, что если я сомневался, что раньше они прорашат ли мне ка нахуй эту хуйню. Теперь знаю, нет, не прорашить. Не потому что, блядь, не хочется, а потому что, сука, не может. Как назло, эти души еще, блядь, урона сносят, пиздец сколько. Они, мне кажется, если все в него попадут, они меня и ваншотнут нахуй. Охуенно. Дружные ребята были, блядь. Этот Левиафан идет, блядь, ебаный. Нихуя себе. Ну пойдем, отойдем, блядь. Научу тебя родину любить. Сука, вообще, блядь, такая мразь. Может устроить поединок самцов? Стравить их с вон тем? Нет, конечно же, это так это не работает. Он даже не идет сюда, чтобы я его мог здесь обмудить и убежать. Он что, блядь, реально ее охраняет? Что, он патрулирует местность? Ух ты, блядь, далеко, далеко достает. А не нравится. Блядь, да он нахуй пошел. Пизду с ним драться, блядь. Нет, 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 нахуй иди. Пошла нахуй, мразь.
идите в пизду все, блядь. Да. Сука, прорвался, блядь. Ключ от одной из камер в подземелье. А, вот так вот, да? Еще и ключи поштучно. Заебись тут с другой стороны. Хорошо. А выход это куда? Ну, ясное дело, не на цветущую поляну с бабочками. Какое-то, блядь, говно. А, тут око Саурона еще висит же, да? Оу. А это у нас что? Тропа в никуда? А что это за уебище? Смотрите, там что-то похожее в воде. Вот это белое, это похоже на дракона, сложившего руки. Ну, не дракон, наверное, змей, наверное, морской. Что это было, блядь? Кто звонит-то? Слышь, звонарь. Блядь, так башка туда болит. Охуеть. Что это, блядь, такое? Что он делает-то, блядь? Как с ним драться, блядь, сам? Блочит атаки, блядь. Он ли рев чудовища, да? Отравленные, окровавленные наручи. Чем надо, чтобы таких, блядь, 10 человек сюда призвали? Блядь. Он вместе с лутом упал, пидрило. Обоссанное. Окровавленные наручи и вообще нихуя защиты не дают. Блядь, кто будет в этом DLC носить эти кровавые наручи? Такое говнище, блядь. Кому они нужны-то? Нахуй такой лут вообще сделан? Сука, локация огромная, блядь. Ее обыскивать 2 часа. Не, мне кажется, что я туда с какого-то другого места должен прийти. Может, меня туда должны были сбросить? Пиздец, у них тут город, ёб твою мать. Заебаться можно дважды, блядь. Чё такое? Какие-то молнии, блядь, летают. Чё-то здесь нельзя оружие молниями зачаровывать. Огонь есть, магия есть. Похоже на трупы маленьких дельфинов. А, вот он что делает. Ишь, нашелся какой умный, блядь. Да, хилок тут, конечно, вообще. Знал бы, не покупал столько... Покупал бы пули, которых здесь вообще нет. Как я сейчас не сдох? Как я сейчас не сдох? Я, блядь, вообще не понимаю. Честно. А, самоцвет молнии, смотри-ка, есть молния. Почему у меня эффект молнии не накладывается? А, блядь. Электричество, да, точно. Молниевая бумага есть. Она тут просто синяя, а не желтая. Ни хрена я залил. Та нитрус же, ёпте. Так. Хорошо, а дальше туда вниз, что ли? Ох, не нравится мне, блядь, куда я иду.
Уровень такой в стиле ДС-очки, нечто среднее между помойкой, блядь, и пристанью. Из второй части. Ой, не нравится мне это место. Что это, блин, за рыбий склад такой здесь? Яйца, рыба, рыба, яйца. А вот я знал, что тут какая-нибудь такая хуйня будет. Поэтому спрыгивать я и не стал. Пиздец, русалочки. Ну, еще кто-нибудь? Конечно, блядь, все. Это тёлки. Изобретательница миньета. Странный самоцвет, тайный, свежий. Чего дает, ты просышь? Что, для фарма здесь просто золотое место. Блять, они когда попадают, столько втаскивают. Не, за них, кстати, не так много и дают. Но они, блядь, и способны, скажем так, не очень-то на многое. Ну уж если, блядь, попадают. Ух ты, а это что, блядь, бронированное, что ли? В натуре. Какая-то она, блядь, совсем живучая была. Два одинаковых осколочка. Так. Вот из этой 100% вылезут, и из этой тоже. Предсказуемо. Ой, пошли вы нахуй, овцы. Зачем-то сюда можно подняться, не понимаю зачем. Ну, пожалуй, просто съебнусь отсюда. Блять, ты охуела, что ли? Не знал, что они могут выпрыгивать из своих. Из своих вот этих раковин, бля. Кусок. А я слышал, опять там ходит Годзилла эта ебаная. Где-то здесь. Что-то быстро гребет вот та овца, блядь. Смотри. За пиздюлями торопилась. Так, а что у нас там? Там что-то охуенно нехорошее, не пойду туда. Там опять охотника призывают колоколом. Блять, он здесь вылез. А чё он не упал-то, я не понял. Пока я пытался заюзать этот охуенный рев чудовища, он меня просто заебенил, блядь, своей корягой. Жизнь — это боль. Ну что, матч-реванш, ублюдок? Давай, хуй обоссанный. Я жду тебя. Сразу, блядь, не здороваясь, нахуй. Хуй мы его. Да, атаки мимо, блядь. Это именно то, что нужно делать, когда захват цели сделан. Ебать, бить мимо, нахуй. Нахуй попадать-то, ёпты, да? Уебанок, блядь, недоделанный. Сука, пиздец. Да, и я въебал 45 тысяч душ. Ну, честно говоря, непригоден топор для таких боёв с гуманоидоподобными уёбками. Нахуй он вообще не нужен, блядь. Вот мечик их просто ебашит, блядь, а топор, пиздец. Ну и с топором вот только на таких, на врагов, на монстров, на всяких. Но точно, блядь, не в ПВП. Слишком долго им машет, блядь, машет мимо, нахуй. Пиздец опять. Мне
Мне вообще топор сложенный только нравится, когда двойной. В смысле, разложенный. Вот когда алебарда, тогда еще я могу понять смысл существования этого оружия. Блять, когда в одной руке, пиздец, машет долго, дамажит мало. Че, мне в эту, блядь, в эту вагину лезть, что ли? Может его как-то спрыгнуть понежнее? Нет, да? Надо именно здесь упасть. Какой странный маршрут, блин. Ничего не скажешь. Я там слышу какую-то заунывную песню. И чё? Лифт наверх? Или лестница вниз? Мне вот куда надо, хоть поймешь. Пиздец их там. Из-за них даже ничего не дают. Давайте сначала на лифте поднимемся, поглядим, что там есть. Может, это срезка какая-то куда-нибудь. Так оно и есть, это срезка. Я узнаю эту дверь рядом со вторым костром. Угу. Так, теперь посмотрим, что внизу. Если по лестнице спускаться, что там есть такого интересного. А потом уже посмотрим, кому молятся эти русалочки, блядь, уебанские. Самые стрёмные русалки, блядь, каких только видел. Лут. Тут халявный лут. Прок ох на ром дам сам совкр 6. Охуен. Наверное, что-то неебически мощное. Походу я прокачаю свои пушки очень скоро. Очень скоро, очень сильно. Так, а что вот там, где лут светится? Блять, опять она, ёб твою мать. Пошла ты, сука, нахуй. Успокоительного у меня, конечно же. Прям-таки, блять, с запасом, с огромным. Ртутные пули, ёб твою мать. О, та была не последняя, да? Это успокоительное улетает просто пиздец. Оно хоть продается, интересно, где-нибудь его реально купить? Это что за залупа еще висит? Типа ему похуй, да? Отлично. Ну это, наверное, такой же, блядь, акула эта ебаная. Только их там две. С одной-то хуй справишься, с двумя, блядь, даже пробовать не хочу. Даже мне даже, блядь, насрать, что у них там положено, блядь. Все в очко забьют. Так, а где они там поклонялись-то сидели? Я думаю, мне сюда.
дискотека, сучки. А, ну я пришел понятно куда. Вот на тот берег, который видел сверху. Так, я пойду. Пойду-ка я, пожалуй, пушки свои прокачаю, да душу потрачу на что-нибудь. Сейчас все равно отберут, блядь, я сдохну. Я сдохну самой ссаной смертью, блядь. От босса. В первой бесплодной попытке его одолеть. Это странно, но вопреки законам здравой логики, блядь, и правилам игр, умеряющий кровавый самоцвет 6 намного слабее, чем умеряющий кровавый самоцвет 5. И еще больше он слабее, чем умеряющий кровавый самоцвет 4, который еще меньше по размеру и бледнее. Не знаю, что такое умеряющий самоцвет 1, и 2, и 3, я таких не видел, но... Ага, вот то, что я видел сверху. Вот это, блядь... расплющенную по берегу хуйню. Мне кажется, сейчас солнце ее оживит. И это станет каким-то драконоподобным боссом. Да. Кто бы в этом, сука, сомневался. Это надувной дракон. Его надо... Надувной водяной дракон. Его надо надуть. Наверное, после этого на нем даже плавать можно будет. Какая внезапность. А, он кого-то родил. Пиздец. Чужой 4. Ребенок Эллен Рипли. Блять, так Resident Evil напоминает. Там тоже все монстры высранные, блять. Бля, это человек. Это я не буду драться с драконом, я буду драться с каким-то бомжом, блять, с косой. Какое удивительное совпадение, что он родился из этой залупы, именно когда я, блядь, сюда пришел. И заплакал. Сирота-коса. Nice try, bitch. Понятно. Мне нужен Людвиг. Попал. Как попал, блядь. Он этой колбасой заебал махать уже. А я могу его отбросить, интересно? Нет, ну каста нас сбивает. Ебанул. Своей хуевиной. Орёшь ты, конечно, как пиздёнка. Это чё? Нихуя себе. Сказал Яси. Ну ты, блядь, маг и волшебник, блядь. Хорош спамь, что говно. Вообще, блядь, уязвимые это места есть какие-то, ёптвою мать. Заебанец по-молдавски, молодец, блядь, или как там. Да, охуенно, выстрел, блядь. Показал очередной раз всю свою полезность для меня в этой игре. Наглядная демонстрация. Ебать. Попрыгунчик хуев. Ну-ка дай-ка я тебе, блядь, двуручным ебану. Что за ебаный ты в рот, а? Ебанать еще какое-то, бля. Лучшее, что мог исполнить главный герой, это не попасть. Ну, всегда скажу, обращайтесь. Я хочу заметить, что мое оружие вообще не наносит ему, блядь, дамага. Ни двуручное, блядь, ни одноручное. Ни пиздоручное, блядь. Покебол, мы сможем все, я и ты. Берегись-ка, сирота, ща получишь ты пизды. Кручу-верчу, блядь, да? Карусел, кто успел, тот присел.
Да, я уже понял, что мне на самом деле не затащить этот бой просто по дамагу, блядь, нихуя. Ничего я ему не могу нанести, вменяемого. У него должна быть какая-то слабость, наверное, блядь, к стихии, я думаю, к огню. Половину-то я хоть снесу ему. Какой он полечился. Прибыльное лечение, блядь. Удиви меня, что у тебя будет, блядь, когда половину снесу. О. Раком встал. Охуенно. Тут у него такая, блядь, суперсила, блядь. Он там чьей кровью, блядь, лечился здесь? Кровью Валуева, наверное, ебать. Фаталити, ебалити. Это что за ебата еще? Молния какая-то прошла, пиздец. Да. Какой-то, сука, вообще невменяемый босс. Ну, он хотя бы не такой ваншотный, как Людвиг, но... Здоровье ему дали, по-моему, в два раза больше, чем ему требуется для того, чтобы ушатывать кого бы то ни было. Слишком, блядь, слишком в этой игре мобы живучие, боссы, блядь. Каждый бой с боссом, бля, это 10 нахуй минут ёбаных. Ну куда это, блядь, годится-то? Не ёбнулись, что ли? Мне драться с ним, блядь, уже надоедает быстрее, чем, сука, хилки кончаются. Так, давайте испробуем, не знаю, Танитрус может, блядь. Он всё-таки, блядь, электрический. Ну это всё хуйня бесполезная, это всё ничего не работает. Огненная бумага-то у меня есть, вот. Это после Танитруса. Танитрус с молнией бьет бесплатно, блядь. А вот бумага огненная денег стоит, поэтому... Сначала надо проверить молнию. Блядь, рано активировал. Сейчас пока до него дойдешь. Но это вообще, походу, босс самый, блядь, необязательный. Не хватило. Охуенный комбо у него. Так, испробуем бумажку. Подтирашку. Нет. Сильнее я вообще не стал. Дамажить. Возможно, что... Возможно, что у него слабость именно к раковине пустоты, может, какой-то, блядь. Не, если его надо пиздить просто вот такой, какой он сейчас, нахуй он вообще тогда нужен, я не понимаю, блядь. Тем более, что локация у него тупиковая, если только потом он, как Моисей, воду не разведет в сторону, да, чтобы я прошел. Пиздить его вообще незачем. Может, у него опять какой-то, блядь, мега-ключ нужный в жопе, блядь, спрятан. Хуй поймешь. Так, Танитрус себя дискредитировал. Хорошо. Так, что еще я не пробовал? Я не пробовал. Пустая раковина фантома. Ну и лапка Мигдала его может ударить Розан. У нее атака чем там тьмой. Или хуйней какой-то. Если она нанесет столько же, сколько, блядь, мой меч, допустим. Значит, работает. Если нет, значит, нет. По-моему, я стал даже меньше наносить. Вот это он машет.
Ёлки-палки. Ну я, блядь, слушайте, за километр стоял, честно. Вот сейчас они просто охуели. Ваншотнул. Демон ебаный. Ну не ваншотнул, на самом деле. Ладно, пошел нахуй. Я думаю, что я сейчас пойду лучше в церкви убью другого босса, который не обязательный. Мне кажется, он-то всяко попроще, чем это уебанище будет. Которая скачет, блядь, верещит, наносит какие-то ебанутые удары, от которых просто невозможно, блядь, увернуться. Еще и магию кастует. Ебать. Какой ассортимент. Охуенно, не та кнопка, правда. Даже интересно, что ж там в церкви такое. Да еще, блядь, не так просто пройти. Тут вход охраняет этот жирный бабун, блядь. Бомж почему-то решил от меня лучше сдохнуть, да? Ну, драться, блядь, с ними я точно не собираюсь. Нахер еще. Но еще на него время тратить, блядь, на урода. Могли бы уж тут, блядь, раз уж тут босс живет, не делать тут никого на входе. О, даже не... А что это меня не заставили подойти и крестик нажать? Почему он сам, блядь, пошел сделать? Интересно. Кстати, по-моему, на моем герое женское шматье одето. Ему что-то в пасть сейчас потекет, что ли, или что? Статуя наклонила к нему... О, он просто, блядь, ожил. Даже не надо ему в лапу ничего... Думал ему в руку насрать и нос пощекотать, чтобы он, блядь, говном поебал, треснул, но, блядь... Даже этого не надо делать, он сам встает. Ну это, блядь, просто дьябло. О, с бодуна башка болит. Ну, на самом деле, я понял, что это такое же уебище, как была электрическая собака, только теперь огненная, да? С рукой, как у Мануса. Совпадение ли? Нихуя не понял эту сцену. Первый викарий Лоренс. Я одного Лоренса помню, блядь. Как он не был ебаной собакой. Смерть Кощея в руке, походу, блядь. Идешь, не должен был попасть. Ну чё он там? Ох, нихуя. Не знал, что он так может. Вот теперь страшно-страшно стало. Ой, блядь. Страшно, блядь. Нихуя непонятно, что делать. Что это он сделал? Запсиховал, что ли? Матросские замахи какие делает он. Пиздец. Я же думал, меня и задевать-то не будет, нет? Главный герой очень косой мудак. Поэтому, блядь. Нахуй. Что-то он задумал. Даже не знаю, блядь, лучше захватывать его в цель. Блядь, ну это пиздец, какой прием. Грязный, как, блядь, его мамаша. Сука, черт. Это что такое? А, он лишнее убрал, то, что ему мешало меня пиздить. У него из жопы льется лава. А он не охуел?
принципе, я его немножко даже унижаю, по-моему. Ебать, он насрал. Сука, он срет лавой в натуре. Ну это что-то, что-то из Квилек он что-то выполняет. Все помнят Квилек? Ну, Dark Souls 1, чуваки, кому? Пиздец. Охуеть. Охуеть, не встать. Где я, блядь, что происходит? Да-да, у тебя писюлька слишком маленькая, струя не достает, чувак. Да, он меня просто нахуй замесил. А пока камера мне показывала какую-то хуйню, блядь. Ну как драться с таким моссом, у которого из жопы лава, блядь, а спереди он лапами машет? Сбоку, что ли, подходить, так он поворачивается.